Итоги за минувший год. В областной прокуратуре состоялась традиционная ежегодная коллегия. Как и прежде, основные усилия прокуроров были сосредоточены на вопросах противодействия преступности и коррупции, надзору за соблюдением социальных прав граждан. Благодаря прокурорам удалось ликвидировать имеющуюся в регионе задолженность по зарплате и вернуть людям кровно заработанные деньги. За злостное уклонение от погашения задолженности по заработной плате по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО «Автокран» и «Ивановская ДСК», ООО «Домашний клуб» и ООО «Держава» и СПК «Свобода». В целом, в 2017 году в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате перед 4000 работников на сумму более 350 миллионов рублей. Как отчитался руководитель ведомства, благодаря координирующей роли прокуроров также удалось повысить эффективность работы правоохранительных органов по возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. По уголовным делам в 2017 году изъято и арестовано имущество на сумму 54 миллиона рублей. К реальным срокам наказания и многомиллионным штрафам приговорены бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Кабанов и бывший глава города Иваново Свечков. За хищение десятков миллионов рублей из Государственного фонда поддержки малого предпринимательства директор фонда Шарабидзе приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 3 миллиона рублей. В этом году сотрудники прокуратуры уделят особое внимание проведению выборов. Кроме президента страны, жителям региона предстоит избрать главу региона и депутатов Ивановской областной думы. Задача надзорных органов – сделать все, чтобы обеспечить легитимность выборов. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново. Важно не допустить усилий.